Дай мне РМПшку. Молодец. Энчантрес. Хотя все дриады дочери Кинариуса, Аюшта, как говорят, является его первой и любимой. Из-за ее прямого родства с ним она получила большую часть его силы. Это проявляется в ее способности контролировать духов и использовать их, чтобы излечить своих союзников. И в умении подчинять противников своей воле на благо Сентинел. Предпочитая длинные дистанции боя, она пользуется копьем, которое бьет с тем большим уроном, чем дальше находится ее цель. Она обладает непревзойденной ловкостью, и любой, пожелавший причинить ей вред, будет шокирован, обнаружив, что она с легкостью скачет вдаль от него, не способного даже пошевелиться. Думаешь, ты меня убьешь? У меня еще хил есть, если что. Стоит просто. Ой, умора. Всем здорова, друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на Enchantress. А это значит, что сегодня будем в роли РДД. Что такое РДД, все знают. Range Damager, да? И, соответственно, мы будем сегодня неприкасаемыми. А почему? Я вам расскажу. Ребят, Enchantress очень интересный герой, которого, к сожалению, никто в данное время сейчас почему-то не берет уже. Очень хорошие способности, но очень-очень мало силы. Ну что ж, и так как это гайд, конечно же, разберем, что делает первый, второй, третий и четвертый спел у нее. И давайте же, наконец, узнаем, что же случилось в наших лесах. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже называется Untouchable. Это пассивка, давайте ее прокачаем. Вот так вот она выглядит у нас отлично. И что эта пассивка делает, я вам сейчас расскажу. Каждый юнит, который будет нас атаковать, будет подвержен очень сильному замедлению скорости атаки. В зависимости от уровня прокачки. 40, 70, 100 и 130% скорости атаки будет замедлено на оппоненте, который будет нас пытаться бить. На 4 секунды, соответственно, если он не будет бить постоянно. То есть, смотрите, вот так вот Найкс, вот такой вот эффект, он немного бьет медленнее, но если мы докачаем до четверочки, вы просто посмотрите. Найкс просто стоит, не понимает, что делать. Смотрите, он просто не попадает. Он замахивается, отходим, и он не попадает. Вот сейчас попал, вот засранец, а. Вот так вот, оп, и все, сейчас будет промах. Очень простенькая способность, просто пассивочка. Отключается Silver Edge'ом, работает у иллюзий, написано. И можно снять вот это замедление, в принципе, любым там БКБ, там Юлом и прочей всякой темой. То есть, очень на самом деле простенько контрится данная тема. Но в ранней стадии игры, когда вы просто вот так вот пробегаете рядом с юнитами, они так на вас агрятся и попасть по вам не могут, вы просто убегаете и все. То есть, вот он весь смысл этой способности. Ребят, в принципе, тут более нечего говорить, поехали на вторую. Итак, друзья, следующая способность на Enchantress очень интересная. И тут, конечно же, проявите большое внимание для того, чтобы понять эту способность. Очень интересная способность, и таких способностей в доте на самом деле очень мало. Смотрите, друзья, в общем, в принципе, все просто. Это замедление, да, на героев. Это замедление. Но есть тут свои нюансы, о которых я вам сейчас буду рассказывать. Давайте пробежимся по уровням прокачки. Смотрите, я уже повторюсь. Это замедление. Замедление, если в случае, ну вот так вот, смотрите, прокачали. У нас хоткейт С. Нажимаем, допустим, на морфа. И морф у нас замедлен. Морф у нас замедлен на определенное время. 5,5 секунд он будет замедлен. Что ж, и это замедление у нас улучшается с уровнями прокачки. На первом уровне 20%, на втором 30%, на третьем 40% и на четвертом 50% замедления. Плюс также у нас тут есть КД. 30, 25, 20 и 15 секунд будет у нас кулдаун данной способности. Также у нас тут монокост. Есть 65 маны, то есть 65 маны будет требоваться для того, чтобы, так сказать, использовать эту способность. Что ж, и самое интересное, что есть у второй способности, а именно нюансы по этой способности. Казалось бы, на героя это простое замедление, но, если вы эту способность применяете на крипов, то, соответственно, в расстоянии, то есть дальность применения 700 единиц, как замедление, так и приручение крипа, мы вот так вот приручаем крипа. Длительность этого, так сказать, приручения, извиняюсь, длительность этого приручения 80 секунд, и мы можем спокойно 80 секунд пользоваться этим крипом.
Если мы хотим сохранить этого крипа, то мы можем также опять приручить его. То есть, смотрите, идет время, да? Мы опять нажимаем вторую способность на него, и крип обновляет это время. В общем-то, очень простенько. В случае, когда время выходит, время жизни у этого крипа, этот крип просто умирает, и ни экспы, ни золота никому не дается. То есть считается, как будто он умер сам где-то там в лесу от старости. Очень все простенько. Далее, ребят, что мы должны знать еще об этой способности? Эта способность очень пушечная тем, что мы можем также, так сказать, переманивать, переручать очень много всяких юнитов. Вот не зря тут морф стоит, вы, наверное, уже додумались. Смотрите, морф, если дает репликейт, то мы можем также ее забрать. Также мы можем брать иллюзии каких-либо героев. То есть, допустим, если там антимаг взял, создал манту, то мы можем также приручить вот эту вот, так сказать, иллюзию. И, соответственно, так как у морфа есть определенное время репликейта, то мы это время можем, так сказать, игнорить, но тут почему-то не игнорится, лол, а почему? Странно. Должно игнориться это время, то есть и время должно обновляться и становиться на 80 секунд, а не просто, что репликейт у нас тут умирает просто. Это, конечно, какая-то баганая тема, но ничего страшного. Ничего страшного, ребят. В общем-то, далее продолжаем наши тесты. Показываю, что можно еще приручить. Вон у нас бедный от старости умер, но ничего страшного, опять-таки. Смотрите, создается у нас некрономикон. Наши, так сказать, страшные друзья, вот они, ок, а мы его можем приручить. Хорошо, некров мы тоже так же изи приручаем, смотрите, оп, все. И теперь это некра наши. Причем время длительности этих некров у нас стало, так сказать, немного другим. И мы можем, так сказать, перебафывать у них вот эту длительность, также второй способностью. И это очень-очень-очень прикольно. Ребят, в общем, вторая способность реально интересна, и я надеюсь, вы будете этой способностью пользоваться, когда будете играть на этом персонаже, потому что на ранней стадии игры эта способность позволяет просто нереально, допустим, даже взять юнитов, взять каталашки вот эти и постоянно их обновлять, так как у нас КД 15 секунд и длительность жизни 80 секунд крипа, то, соответственно, мы можем эти постоянно, так сказать, этих крипов обновлять постоянно и потом пойти в какой-нибудь пуш. Так можно сохранить до 6 крипов, в принципе, постоянно если их перебафывать, и все, и будут они у нас, так сказать, вечные, и можно пойти что-нибудь задушить. В общем, вот такая вот, ребят, у нас вторая способность. На героев это замедление, на юнитов это у нас, так сказать, приручение. Плюс можно приручить иллюзии, некров и репликейт. Все, поехали далее. Итак, друзья, третья способность на нашем персонаже это хил, который у нас работает в определенном радиусе, а именно 275 радиус от Enchantress, так сказать, это АОЕшка у нас такая хила, но это не пассивка, это именно нажать нужно что-то, хоткей у нас R. Смотрите, я вам сейчас просто продемонстрирую и скажу, как работает этот хил. Смотрите, нажимаем хоткей R, в расстоянии 275 единиц у нас начинают светлячки вот так вот хилить все, что движется, да, но этот хил у нас, так сказать, он распределяется, то есть он начинает хилить рандомно в этой у нас области, в 275 единиц юнитов. Меня хилит других союзных каких-то, так сказать, дружественных наших юнитов. Ну и что ж, и когда у нас становится full хп, у нас, то есть нас уже не хилит и хилит только союзников как можно сильнее. Поэтому, ребят, не забывайте, если хотите соло как можно сильнее захилиться, то, конечно же, это надо делать соло. Боже, соло захилиться, соло надо и стоять. То есть самому нужно стоять, а не рядом с крипами. Иначе хил будет делиться всем. Смотрите, и как этот хил работает, я вам сейчас расскажу. Помимо того, что тут есть радиус 275 единиц, который привязан у нас к самому герою для того, чтобы хилиться, тут у нас еще есть количество виспов, которые хилят. Смотрите, каждый висп это 10 хп в секунду хила. На первом уровне 4 виспа дается, на втором 6, на третьем 8 и на четвертом 10 виспов. Калдаун этой способности 45 секунд. Длительность этой способности 10 секунд. То есть в течение 10 секунд нас будет очень сильно хилить. Ну и монокосты у нас тут также разные. 125, 140, 155 и 170 маны для того, чтобы воспользоваться этой способностью. Ну и что ж,
Эта тема у нас проходит к юнитам, которые находятся у нас в блокинг-барах. То есть, допустим, если начинается драка и там кто-нибудь дерется в БКБ, нам достаточно близко подбежать к нему и хилить его. Эта способность может хилить неуязвимых героев. То есть, допустим, если он в Юле крутится, мы можем подойти, его будет хилить. Но те, кто будут находиться в астралах, к сожалению, мы их хилить не сможем. Это очень жесткая способность, которая позволяет восстанавливать хитпоинты в соло, допустим, на нашей Enchantress очень сильно. На последнем уровне 1000 хп можно просто восстановить, если будем соло хилиться. Это очень много, друзья. Очень прикольная способность, и не забывайте, что она массовая. Более тут, в принципе, и нечего рассказывать. Нажимаем R, и, соответственно, у нас, так сказать, наш герой начинает подхиливать и нас, и подхиливать тех, кто находится рядом. Но хил у нас, так сказать, начинает делиться, если вот у нас вот такая ситуация. Но когда у нас full хп, хил становится, так сказать, в приоритет героям, у которых здоровья вообще нет. Все, поехали на ультимейт. Итак, друзья, ну и теперь самое интересное, что у нас есть. А именно, это ультимейт нашего героя. Прокачиваем на разочек и смотрим, что у нас будет делаться. Смотрите, у нас появляется вот такая вот активка. Кстати, на втором спеле тоже есть такая же активка, но я никогда ими не пользуюсь, потому что пользуюсь сам вручную. Как это работает автоматически, я даже тестить не хочу. Герой может просто во время того, как вы убегаете, развернуться и попытаться, типа, ну, замедлить или, типа, блин, переманить крипа, который будет просто проходить рядом. Зачем это надо? Вот, и в общем, смотрите, также у нас есть тут вот такой вот, вот тоже механический такой, типа, автоматический, вернее, автоматическое применение. И, соответственно, у нас что будет происходить, когда мы будем вообще делать? Ну, давайте поставим вот так. И когда мы будем атаковать, наши атаки улучшаются вот таким вот бонусным каким-то копьем, которое у нас наносит чистый урон в зависимости от уровня прокачки и в зависимости от расстояния между нами, самим героем, и крипом-героем, который, так сказать, подвержен нашей атаке. В общем, очень все просто. Чем больше расстояние между нами и героем, которого мы атакуем, или крипом, тем больше урона бонусно вы нанесете с этого копья. Очень просто. На, так сказать, на 83-й карте это все очень работает багано. И можно использовать, так сказать, закинули копье, там закинули копье, да, отблинковались, и урона нанеслось больше. Но тут сделана хитрожопа в 85-й карте. Если вы отблинковываетесь, то, к сожалению, дэмэджа с копья вы не наносите. Вот просто посмотрите еще раз. То есть, оп, я отблинковался, и дэмэджа нету. Да, это очень прискорбно, на самом деле, что так делают. Но это, так сказать, наводят баланс, фикся, или просто это небольшое упущение, которое, так сказать, не было перенесено с 83-й карты. Но 83-я карта — это совсем другая карта, друзья. В общем, что нам нужно знать об этой способности? Эта способность у нас не имеет калдауна, то есть закидывать мы стрелы эти можем постоянно по хоткею. Т, по хоткею Т мы можем игнорировать крипов также и накидывать, так сказать, на героя, на которого мы хотим, так сказать, накидывать. Да, логично, накидывать хотим, значит, и накидываем. В общем-то, смотрите, и монокост у нас тут есть на это копье. 55, 60 и 65 маны для того, чтобы закинуть одно копье. Это очень много, но чистый урон — это очень пушечно, друзья, не забывайте. Ну и, соответственно, по уровням прокачки у нас увеличивается, так сказать, процентовочка дэмэджа от расстояния между нами и между героем. 15, 20 и 25% от дистанции будет переходить в дэмэдж. Очень круто, очень круто. Ребят, ну и что ж, у нас тут есть еще аганим. Но об аганиме чуть-чуть позже. Так как это у нас не является модификатором атаки уникальным, то, по идее, оно должно стакаться со всякими дезоляторами и всякой прочей темой. Но я сейчас это буду проверять и вам покажу. Итак, друзья, и первая фишка, которую мы смотрим на этом персонаже с нашим ультимейтом, это то, что, во-первых, смотрите, у нас тут есть Линка, и у нас Импетус можно сделать направленной способностью. То есть мы берем, направляем, но Линка не сбивается. То есть эта способность не сбивает у нас Линку. Следующая фишка. Нажимаем Black King Bar на нашем герое, и эта способность у нас проходит через БКБ. Очень даже интересно и очень классно. То есть получается, если юнит находится в БКБ, мы все равно можем надрать ему задницу. Далее смотрим. Есть у нас вот такой вот Найксевич. На Найксевича это тоже работает. Найкс тоже хапает у нас в рейджи по бонусному чистому дэмэджу. Это очень-очень круто. Ну и что ж, друзья, переходя уже непосредственно к аганиму, мы
можем подметить то, что дальность атаки нашего героя составляет всего 550 единиц. Но если мы получаем аганим, то, во-первых, у нас вот такой вот появляется эффектик. Ну-ка, Инча, покажи нам. Смотрите, красивый эффектик. И дальность персонажа у нас, дальность атаки, становится 740 единиц. То есть наш персонаж начинает атаковать намного дальше. И посмотрите, сколько же у нас далеко, да, летят у нас просто далеко стрелы наши. Но это из-за того, что у нас дальность атаки стала 740 единиц. В общем, это и все, что дает аганим. Он просто у нас увеличивает дальность нашей атаки. 740 единиц становится. Ну и, соответственно, аганим мы после этого выкинуть уже не можем. Но вот такая вот фишка. В общем, друзья, вот такие вот три небольшие фишечки с нашим героем, с нашим ультимейтом я вам сейчас показал и рассказал. И, в общем-то, что ж, самое время перейти у нас к геймплею. Друзья, постараюсь для вас что-то придумать по геймплею очень интересное. В дэмэдж, не в дэмэдж уйдем. Ну и, конечно же, пожелаю вам приятного просмотра. Что ж, если готовы, то мы начинаем. И сейчас что-то еще покажу. Так как у нас это не уникальный модификатор атаки, также у нас при стрелах будет сниматься армор и накладываться все другие орб-эффекты, если мы, так сказать, кидаем эту стрелу. Очень-очень классная тема. Всем рекомендую. Ой. Ну что ж, братцы. Вот она у нас, подходит каточка. Начинаем. Сегодня мы будем бегать на Инче. И что ж, пробежимся сразу по контрпикам. Контрпики, в общем, она не любит фастового дэмэджа. Ей пофиг на дэмэдж, который идет постепенно. Ей пофиг на этот дэмэдж. Смотрите, кого она не любит? Она не любит тини, она не любит вот фастовый дэмэдж, типа очень сильно purification бьет. Кресты не любит, потому что там и с торрента с 6 левелом кунки там очень много дэмэджа заходит. Лину, Леона, всякое такое. Хускара немного побавится на ранней стадии. Пуджа очень сильно не любит она. Флардар может с амплификацией с одного краша чуть ли не убить с одного стана. В принципе, у нее очень много, так сказать, героев, которых она боится. Минер может ее взорвать просто. Вот Легион тоже будет неприятен против нее. Но, тем не менее, мы сейчас берем ее и пойдем. Нет, не, я пойду. Ты шо? Куда? Мид. На фантоме. Я пойду. Ва! Просто. Ва! Ва! Ва, мид. Напишем вежливо. Не порть игру, ребятам. Давай я встану, хорошо? О, ну если он купил куру, уже 100% он на мид пойдет. Ладно, берем нулик. Ребят, всегда... по-разному. По-разному всегда, что покупать этому герою в начале. Но мы идем на топ-руну. В случае, если у нас сейчас... О, так у нас вниз идут трое, да? Три керри. У нас четыре керри. Сейчас будем вытаскивать пацанов. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Не будем выходить всякие мидасы, скорее всего, и прочую тему. Нужно душить сразу. Или с легионом в лейте будут проблемы. О, фантомка, это очень сильный контрпик. На стриме играл против нее. Очень тяжело, нужно МКБ собирать. Но с МКБшкой она вообще крипом становится, если на расстоянии держать ее. Фокс, я мид. Все мид. Го все мид. Так, качаем первый сразу, untouchable. Будем неприкасаемыми. Раскачиваем первый, потому что вообще там, посмотрите, там у нас... Все с руки челики долбят. А это очень хорошо. 140% родного, так сказать, атак спида будем убирать. И хорошо. О, аксы. Акси фул. Я очень сильно буду его пробивать. Очень хорошо. Так, прогнали. Сейчас крипов тут заберем своих. Под первым спалом мне, в принципе, не страшно. О, вот под хускаром будет страшновато. Необычная линия у меня. Хускар, наверное, думает уже. Ага, изи катка.
Хреново я не смогу фармить тут, на самом деле. Надо второй качнуть. И качает хил. Почему нет? Да? Вторым левелом Untouchable вообще изи будет. Мне нравится, что у нее отличная атак спид. Прогнали Хуска. Прогнали Хуска на третьем левеле. Так, ты куда? Хорошо. Опасно с такими хитпоинтами, да, стоять, но... Мне не страшно. Мне не страшно вовсе. Оп. Не знаю, хил качнуть. Качнул хил, братья. Берем сапожок. И все, и поехало. Гоу, захилимся. Потому что хитпоинтов очень мало. Да и хрен с ним. Да? Опа, это же наш соколик. Я с сапожкой-то... Просто убили. Это сразу должно быть. Тун, лиф. Прикольно, Акс покрутился здесь. Акс, кстати, будет напрягать в next стадии, когда у него будет дагер. Будет просто агрить, будет неприятно. Вон Акс идет. Го душить его. Ты не зайдешь сюда. Что ты хочешь? Фантом Гангер. Аля, какой. Пацан мид пошел, все стоит на миду. Ужас. Ребят, в общем, по игре, что у нас требоваться будет на героя, это просто агрессия, агрессия, еще раз агрессия. И все. Агрессия просто. То, что он там кидает нам горение, в принципе, да, это плохо, но у нас есть хил. Нам его нечего бояться тут, Акса. У нас есть третий спел. Мы можем его просто не бояться. Очень классно, что у нас Тракса в команде. Это очень пушечно тем, что будет дэмэдж. У нас уже косарики есть, это фейзы. Ребят, фейзы, выходим. Фейзы, и через фейзы будем дамажить. Она очень мобильная, у нее очень хороший МС. Очень хороший МС. Так, на агру не попасть. Хорошо. Побежал. У него МС там бешеный просто. Вот этого пацана можно сейчас убить. Тракса ударит разок. Не ударила. Да, я ударю. Ладно. У нее, кстати, у Траксы сейчас ману сняли, когда вот она вот здесь была на крипах. У нее ману сняли за стрелу, но стрела не полетела. Найс, классно. Ну, такое и на 83-й бывает. Но это на самом деле бесячая тема. Не знаю, с чем это связано. Но это напрягает очень сильно. Так, хорошо. Ломаем просто топчик. Надеюсь, Акса никакого с инвизами не будет тут. Было бы, конечно, не очень хорошо. Боже, как читабельно, да? Подхилим пацана. Хорошо. Добей крипа. Все. Пойдет. Так. Так как мы стоим на стороне на какой-то линии, наверное, будет в приоритете качнуть, конечно же, третий, потому что особо нас не тычкуют. Нам тут первый не нужен. В принципе. На next катке пойдем через центральную, скорее всего. На этой катке, так сказать, расслабляемся на сторонней линии. Можно отойти в лес, взять крипа какого-нибудь. Опа, чел. Минус 4. Так сказать, тут расслабляемся. Чел пошел центральную. Говорит, я мид. Я мид, говорит. Погангайте мне, пацаны. Стоит one by one, понимаю, когда против 30 человек стоишь. Да. Но когда... Так, типа такое.
Почему такой быстрый, Транквил, да? Хорошо. Что будем дальше брать? В Point Booster пойдем. О, очень близко подошел ты. Очень близко подошел. Надо левел. Ах, не дает левел. Слушай, ну, ты какой-то настырный на самом деле. Любишь ты, походу, козочек. Козочек любит парень. Козочек он любит, это видно на Аксе. Все, ушел. Ночью невозможно вообще, а ей нужно на расстоянии держать героя. Ночью это очень плохо для нее, тем, что ночью не видно. Мы стараемся держаться на максимальном расстоянии от героя. И очень тяжело харасить, так сказать, ультимейтом ночью. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Всегда говорю, вижен. Днем намного легче на ней плеить. Что там у нас? Фантомчик. Фантомчик слил центральный, ушел в лесок. Типа, пацаны, ну вас нафиг, я пошел лес. Слабый легион на миду какой-то. Гоу легиона, подрочим немного на миду. Интересно, у него есть дуэлька? Все, погиб пацан. Хороший был парень. Первый. Будем первый вкачивать, братцы. Это иллюзия. Хороший был у нас Лего. Первый докачали, чтобы в случае, если он меня таки взял на дуэль, чтобы мне не сильно пробивалось лицо. Но тем не менее будет все равно пробиваться с контратаки. Но это лучше, чем по шпе ничего. Что, на топ хотите? Предлагаете мне на топ сбегать? Боже, как же я хуска-то буду долбить, ребят. Ага, Лего еще на топ пришел. Но все равно можно пройтись. Третий левел. Узки. Хотя, в принципе... Кто в пятером? Если в пятером, будет нормально. Погоним, ребят, выходим фастовый. Не знаю, другие артефакты на нее с самого начала не очень брать. Так, ладно, фантом стоит АФК в лесу. Я не пойду, буду просто тупо стоять. Тут ждать свой фарм на миду прогуливать. Нет, это неправильно. Хотя они сейчас будут загуливать под тавр. Пусть загуливают. Фантом стоит в лесу просто. Пацан мид, я мид, говорит на фантоме. Ладно. Его дело. Фантому плевать. ТП-шку надо, ребят, носить. Так, курочка полетела. На топе трое, да? На топе трое. Фантомку бы гангнуть. Она подумает, наверное, что меня легко убить. Оп. Да я тебя убью. Оп. Армлет мастер. Мама, не горюй. Мама, не горюй, армлет мастер. А я тут могу умереть сейчас, если я на кританю случайно. Сларк, бро, работай. Что делать? Оп, хорошо. Вот он, армлет мастер. В деле. Лего, так, хила нету. 5, 4, 3. 2. 1. Я еще иллюзии взял. Какой же я дебил, боже. Я знал, боже, как же это тупо. Вы представляете, насколько это тупо? Вы же знаете, как первый спел работает или не знаете? Наверное, не знаете. Нет смысла объяснять, что я сделал сейчас. Как же это было тупо с моей стороны. Я думал, там будет монетка, быстренько монетку забрать и свалить. Вчера я также абсолютно поплатился, так сказать, за свою жадность. Ужас, это ужас просто. Ужас. Какой же я тупой. Да, бывает. Ничего не сказать, конечно.
Умер. Просто умер. Вот он, чистый урон-то. Даже я ору. Как же она моросит это персонажище. Слушайте, ну тут на самом деле Сильверуха, походу, нужна против Мариты. Попасть бы еще с Сильвера по ней. Сделаем Сильвер. У этого героя вообще на самом деле ни армора, ничего нету. Она такая... Она за счет первого спыла живет очень сильно. И все. О, найс, тупит, стоит, тупит. Нажимаешь атаковать, и толку нет. Акс идет. Отойти. Пойдем на рунку. У Акса там даггер, наверное. Да, у Акса даггер. О, братан, ты что? О, там два даггера даже. А ему плевать просто. А тяжело будет с легионом. О, найс. Ну я сдохну сейчас на миду, да? Нет, пожалуйста. Да что это такое? Ну хит какие-то, блин, страшилки. Все, промахи пошли по ней. Это страшилки какие-то сейчас были. Проснулся, а там уже четверо стоят рядом. Ужас. Так, ну что, Т-шку глифом сначала. Нет, Акс, только не прыгай. О, боже, все, ГГ мне. А нет, еще живу. Оп, хорошо. Акс, ГГ. Вот эту дурочку можно? Кому ты кидаешь? Мартретку убить же можно. О, вот его. Окей. Хорошо. Была бы мана. У меня маны нету, просто с руки бил. Хорошо, неплохо. Неплохо. На меня прыгнул Акс, никто ударить меня не может. Меня только с Magic Damage какого-то убивать, потому что, типа, ну, Мартретка сейчас не в состоянии меня убивать. Ужас. Так, ну что ж. Имеем, в принципе, неплохие артефакты. 13-я минута с мида Аганим. Это нормально. Это нормально. Что нам нужно, можно сделать? Желательно вообще ей таскать один мангусик, чтобы в случае чего восполнить ману и задушить. Я вчера так делал. Так что... Сейчас пойдем в варде где-нибудь пнем аккуратненько. Ну, вообще, два дефолтных варда будем ставить, потому что тут никто другой ставить их не будет. И все. Монетка, это хорошо. Кусик бедный. Раковий. Сейчас Лотар Сейдж будем делать, братцы. А Макс еще. Да он умер там. Бедняга. Он, бедняга, умер. Хускар просто не жилец. Просто не жилец. Смотрите там. Лего душит. Сейчас пойдем в арт. Поставим. Ближе к лесу. Блочу. А, блин. Кого тут дефолтный поставим? Погнали к топу. Надо товара посносить. ТП-шку надо носить. Очень, блин, плохо, что ТП не ношу. Верно. Боже, я просто через Т накидываю. Они просто не понимают, что происходит. Просто через Т-шку. Аго, приручим Кату. Запушим. Запушим. Будет хорошо. И ломаем. Пойдет. Нормально. Кату приручили, задушили. В Лотар, ребят, сейчас уйдем. Давайте возьмем ТП-шечку. Лотар нам нужен будет тут в этой катке. Сильверуха, вернее, не Лотар. Оп, вот так вот добивать крипов надо. Че там, и сейчас руна будет, да, поэтому пошли пешочком. Каты оставляем.
Пусть работают. Каты оставляем. Оп, вторую. Смотри, ля, чё ката делает. Второго крипа добивает. Это вам не хухры-мухры. А третьего сможешь? Изи, да, ребят? Изи. Молодец она. Она молодец. Она, так сказать, на пенсию уйдет как можно раньше. Ля, вообще просто умничка. Просто умничка. Промах, 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 промах. Ча, лотар, сильверуху. Поехали. От БМа могу отлетать, правда, по-страшному. Души Тэшку. Кто там идет? Ксевич. О, если в меня прыгнут, это будет больно плохо. Но подхилю как могу. Но слишком близко не хочу подходить, ужас. Хорошо, и ухожу на ТП. Ля, как профессионал делаю. Все, замедление есть. Вардов сейчас не хватило на центральной линии очень сильно. Я бы и убил и Легиона, и всех остальных. Блин, а так страшно было в упор подходить к спектрушке, чтобы ее подхилить, ребят. Потому что, блин, ну реально страшновато. Страшновато. Прошу меня простить, товарищ Спектра. Я не идеален, но стараюсь быть лучше. Ребят, тоже хочу, чтобы вы учились. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите гайды интересные, что-то меты, какие-то страты, забытые герои. Это все можете увидеть на моем ченнеле XenAzes. И будете также душить. Гоу. Так, есть. Хорошо. Хорошо. Отлично, поехали. Эх, промах. Дай кину. Ох, попал. Пол лица, ох, попал пол лица. Оу, это плохо. Это плохо. Оп, лотар вовремя. Виски Цуск. Оп, промах. Ля, там Лего что делает? Жесть. Видели, что делает? И ушел еще. Ладно, что, я на базе. Блин, мартрейд, по мартрейдке не попадаю просто. Боже, на топе столько фарма. Не хочется кому-то отдавать, но спектра, походу, заберет. Ужас, да? Лотар вовремя прилетел. Акс очень сильно контрит. У Акса порог хитпоинтов, там очень вот эта вот тема пушечная. Так, погибла ката. Не буду я ее перебафывать. Этот порог хитпоинтов на самом деле пушка. Так, руны, руны, руны. О, монетка на топе. Ого, подарунок. Кстати, это уже D, ребят, карта. Надеюсь, тут уже пофикшены многие другие баги. D карта. Это D карта. Так, X. Сильвер, ребят, выходим. Надо сильвером душить. У Леги очень много, на самом деле. Если так задуматься. Гоу, заходим в Лотарс. Побежали, пробежимся. Ну, Лего тут, наверное, фармит. А, не, уже не фармит. Тогда зайдем сюда в лес поглубже. Ага, тут кто-то есть. Вот тут Лего, да? Я по ней не попаду никогда в жизни. Боже, промах, промах. О, попал. 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 Дай мне. Ты не мидер. Ты петуш какой-то. Я мид, и в итоге на 5-й минуте в лесу стоит. Осуждаю. Найс, мартретку попал. Сильвером сейчас она будет как крип падать. Вообще, мартретка она такая. Она очень изи до меня добираться может. Вообще. Что там у нас, кстати? Б. С. Еще 600 золота, ребят. Гоу, в лесочке добьем, будет сильвер. Там Сларк дерется. Посмотрите, Хускар импакт вносит. Море импакт от Хуска.
Молодец, мужчина настоящий. Просто фемали. Ой, это женщина. Лол. То есть самка фемали. А он альфа-мали. Да, альфа-мали, как в ЛТД его называют. Альфа-самец, типа. Сейчас уже сильверуха почти есть, ребятки. И можем пойти взять какого-нибудь крипа и пойти рошу собрать. Правда, это будет долго, но ничего, заберем. Чуть остается нам. Можем, в принципе, нулик продать. Нулик мы в любом случае будем продавать. 250 золота. Еще один кэмп. И пойдем душить. И легиона будет душить легче. Первый очень сильно помогает, на самом деле. Что-то кликаешь на него. Мом собрал. Пацаны, настоящий мидер 1.5. Вот он. Пишет, я мид, помните, как он вначале писал? Блин, это так забавно, он такой умничка. Радует меня, прям. Так, Кура улетела с моими айтемами, я забыл выложить. Забыл выложить на базе их, ждем поэтому. Пока не будем туда продавать, хотя хрен с ним, продадим все равно. Хорошо. Берем. Ох, второй ресипи Сэнджи взял. Боже, какой же я дебил. Где ты? А, нет, я все правильно сделал. Боже, ну, сорян, я только проснулся, у меня в голове бардак. Че придется продавать? Ладно. Блин, че ж так-то, а? Серьезно. Гой ее дурочку. Я и замедление кину, как только. Сейчас, бро. Главное не промахиваться. Был бы сильвер, который у меня... Боже, какие же тупые эти мартретки с конченными армлетами. Блин, вот я сейчас возьму сильвер и посмотрите, как ей будет армлет помогать. Никак, ровным счетом. Просто никак. Из-за того, что я... Протупил, я купил этот себе сильвер и продал его, боже. Сейчас армлет поможет тебе. Ужас. Меня аж триггерит с этих армлетов. Жестко. Купил армлет, думаю, что-то умное купил. Купи, боже, тот же башер. Куда умнее будет, чем армлет. Сейчас. Сорян, я просто протупил, купил рецепт, продал его. Я почему-то подумал, что я Сэндж рецепт купил. Ну, первая катка разогревочная, она всегда так. О, легион фидит. Так, ну нужно покупать себе уже сейчас. Нужно будет еще варды, еще сентри, еще опсы. Очень много я прогуливаю времени на то, чтобы убивать мартретку, которая ровным счетом не убивается. Но сейчас она будет убиваться. Типа, причем настолько легко будет умирать, что... Хз. Слушайте, ну у легиона там лотар, типа, надо дасты. Лотар надо. У них еще буст идет, у них один ливер. Это плохо. Ну, будет потненько, окей. Кто там? Го. Почему нет? Не промахнуться бы только. Все, попал, ГГ. Две тычки. Мусор. Две тычки. Армлет просто помог, интересно, и сейчас. Две тычки, мартретка. Только купил сильверуху. Я бы ее еще на топе убил, но сорян. Оу, Акс, вот он. Да я поторопился, говорит. Ты с армлетом поторопился. Да я его задушу. Я поторопился. Надо было БКБ делать. Во! Даже БКБ тебе бы больше импакта внесло, ребят. Я вас призываю не к тому, чтобы вы там... Армлет, да, иногда может зайти, но, блин. Я не знаю. Делать армлет, конечно. Ну, уходит он, несколько раз ушел. Ну, берешь сильвер, все, там этот армлет просто... Это 2-300 в помойку на ловкача, ребят. Ну, реально. Ловкачи, ну, это не для ловкачей артефакт. Просто не для ловкачей.
Боже, я промахнулся, по-моему, Сильвера. Сильвера промахнулся, по-моему. Так, и что нам дальше надо? Что-нибудь на арморчик бы. Регенчик бы тут какой-нибудь. Хорошо. Молнию, да, какой-нибудь? Или Скади? А МКБ лучше вообще, да? Почему нет против Мартретки? Против Мартретки МКБшку бы. Какую-нибудь. И надо вардики с гемом, ребят. Региона надо душить. У меня 100 дэмэджа с руки. Надо на базу идти, потому что сейчас, возможно, Рошана там будут пинать. Да, Рошу бьют. Срочно бежать. Срочно бежать на базу. На базу с ТПшки. И в Рош пит бежать. Сильвер успеет откдешиться. Но я сейчас не дееспособен, просто маны нету. Надо как можно скорее. Монорек. Даже придется мангус купить. Все, ТП-шку и поехала. Гоу, 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 фантом, иди. Все, поздно. Поздновато. Давай, души его, даст ты дал. Убивай. Окей, Акса тогда. О, Марита. Боже, она меня убивала, да? Помог Сильвер? Ой, Сильвер, армлет. Помог. Она меня убивала, оказывается, Мартретка там в спине. Что с маной проблема? Давайте что-то на ману покупать, братцы. Возьмем. Блин, 2700. Мистик надо купить. Мистик. Мистик возьмем. Скорее всего, выйдем в какой-нибудь... Сильвера нам пока хватает. Нам с маной что-то решить. Вообще шиву можно сделать, чтобы стакалось с первым. Вообще будет отлично, я считаю. Шива будет хорошо. Шива это будет хорошо. А чё, спектра на низу фарм бросила, да, и ушла? Ладно. Отлично. Хорошочка. Все, на базу. Мистик взяли, сейчас выйдем в Шиву, братцы. Через Шиву будем, ух. Гайд на кого? Привет. 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 Не скажу. И ДНД. Все, поехали. На стримах нужно быть. Нужно быть на стримах, чтобы знать, на кого гайды будут, ребят. Так, кстати, чуть не забыл. Что у нас там по инсте? Ребят, кто подписывается на инст, иногда может высветиться не только, так сказать, микро-пиар такой может быть. Ребят, смотрите. Смотрите, кто мне лайкает, так сказать, ребят. Кто мне пролайкал? Сейчас я их свечу, ребят. Можно подсмотреть такой микро-пиар. Так что, братцы, спасибо вам, кто лайкает, кто подписывается на инсту от души всем. И вообще спасибо, кто YouTube очень сильно поддерживает, тоже подписываться, братцы. Вам вообще респектулька, спасибо вам всем, каждому. Так что душим дальше, поехали, поехали. Слушайте, дальше у нас на самом деле с Мартреткой будут тяжелые проблемы, поэтому нужно душить ее. Мом собрал парень, боже. Он, по-моему, что-то реально курит. Морите на своей. Чью мом купил? Ну, по лесу Лего будет бегать. Нужно дефолтные варды. Уф, мне ГГ. Слишком много их тут. Ну, я на себя очко все взял, и ребята его убьют два раза. Печалька. Вот, варды надо. Мне надо варды расставить за команду, потому что у нас саппорта нет, у нас все керри. Но только тащит один человек. Это я. Ну и Сларк еще, конечно. Но Сларк сам по себе такой герой. А Влатар сейчас уйдет, его не убьют, аста даже нет. Сейчас заварнимся, ребятки. И будет хорошо. Ну, такая потненькая на самом деле. Ну как потненькая? Их четверо. Пускар 0.6. Легион 14 фрагов. И Мартретка с промахом душит, и все.
Шансы у нас тут стопроцентные. Фантом мидерский мой. Ну, 2К. 2К, что сделать? Ждем. Опять там какие-то недовольства мне ФК пишут. Что-то там с моим интро. Мое интро, ребят. У вас выбор, либо скипать его, либо не скипать. Так что выбирайте. Так что, мой канал, мое действие. Так что, братцы. Что хочу, то и лью. Сейчас Шиву сделаем. Вообще Линку бы, да? Линка как раз на ман, но сделаем Шиву тут. И вардики надо пойти поставить. Мартретку я в соло вряд ли убью. Потому что ее нужно держать на расстоянии. На расстоянии она быстро умрет. Надо пройтись, варды поставить. Гоу через лотерс. Олега на миду. Так, хорошо. Берем монетку. Возьмем вардик, тут к нем сейчас, но в лес забежим сначала. Что ты хочешь, монетку? Не дам тебе монетку. Так, один вард. Теперь на руне. Два вард. Это вообще тавр. Почему мы не пушим? Нам бы запушить. О, волка можно взять. Вообще волка с собой всегда можно носить. Перебафывать его просто и все. Только не забывать. Вот Ошер. Тракса, что там собралась Акса убивать? Ля, убивает Акса. Поняла, что не тащит. О, вот этого можно, пацана. Волка загрызла. Упса. Лего, бро. Не злись, я ж пошутил. Оп. Но я его соло вряд ли убью. Хотя, если вот так, все, задиспелил. Кираса у него там. Боже, задротов понабрал. Команду. Ужас, да? Мартретка больно бьет, конечно. Я могу с БМ откупить эти. Хорошо. Две тычки Акс. Лего может в лотарь идти. Гоу Шиву. Легион, конечно, меня жестко убьет. Отличная руна. На базу не нужно будет идти. А вот Легион, 300 урона. Я не виноват. Держи в курсе. Ты там сам стоишь. Мне что сделать? У меня что есть? Детекшн какой-то. У нас, кстати, детекшена нету никакого. Вот, ну, нужен детекшн, блин. Ну, только я его беру. Сори, но у меня сейчас нету денег. Курьера нету. Он неуязвимый, легион просто бегает. Сильвер тоже купил. Это плохо. Ладно, гоу. Гем надо, наверное. Возьмем гем. Легиона убьем пару раз и изикатка. Он может нам за один заход снести. Олеги на своем. Мартретка много там делает тоже. МКБ надо. И Тараску какую-нибудь, я не знаю. Дэмэджа хватать будет. Кату берем и погнали. Сейчас на гем, наверное, нафармим, братцы. И варды есть. Гем есть, можно поесть. Все, ухожу. Тавр сам упадет. Все, лотер. Блин, ну 900, да. Тавр как раз умрет. Вместе надо туда подойти. Там Рошан уже очень близок. Все, тавр умер. Откаты, да? Отлично. Смотрите, что каты делают. Пушат как. Лего, вон он, Лего, он собрался на Рошана идти.
Олега. Хорош пойдет. Хорош пойдет. Отправляем Кату. По миду тоже. Гоу, я готов. Ща мы им с гемом такой нахлобучинг делать будем. Опа, гоу сами. Чего нет? Если б я Аеги взял, ну Сларку дадим. Я не умираю, Сларк. Аег. Сларку по низу. Сларка по низу. Да, фантом хочет забрать. Аля крыса, да? Ой, крыса. Гоу на мид, окей. Я вард там поставлю, если что. Оп, вот так вот делаем. А фантом крыса, да, ребят? Вообще. Ужасный игрок. Что игрок ужасный, очень токсичный. В плане... Я мид, сам ушел в лес, плюс потом... Постоянно все руны клацает везде. Сам ничего вообще не делает. 1-9-4 парень вообще, ну ничего вообще не делает. Гоу топ. Топ, гоу топ, ребят. Гоу топ. Я даже тут подваржу. У нас вардов много. Потому что никто их не ставит. У меня шапка, видели, новогодняя, кстати, на лице? Отлично. Сейчас подеремся, снесем хайграунд им. Отлично будет. Блин, тут прокса в команде, конечно, это пушка. Тем, что очень много дэмэджа. Но тем не менее. Тем не менее. Боже, тавр не видит. Мне вообще со всеми стоять нежелательно, надо отходить. Так, Хуск пошел в лес, варды ставить. Хоть Хускар там вардит, видите, у нас тут я варжу. Зачем мульт? Вы дальше что стоим? Кто у нас в лес там пошел? А, с Аегисом. Аегис уходит на базу, пацаны. Будем заходить или нет? А где Сларк? Сларк вообще ушел просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, я так и не вышел с инвиза. Это хорошо. Ой же мудак у нас на Сларке и на Фантоме, ребят. Мы так проиграть можем. Ужас. Они еще без мартретки были. Зачем тебе Аег, если ты лес идешь фармить? Боже. Сларк тут один сейчас умрет. Я ему даже помочь не смогу. Печалька, конечно. Все это очень печально, братцы. Надо соло запаковываться. Фантом с Аегой пошел лес фармить дальше. Это ужас. Уже куда все мои варды делись? У меня было очень много вардов. Очень много вардов. Куда они делись, я что-то не вкуриваю. Ладно. Блин, надо что-то типа МКБ, керасы. И душить. МКБ надо от мартретки. А там легион проблемой становится очень серьезной. Очень серьезной проблемой является у нас Лего. Которому просто достаточно в меня разочек прыгнуть. Он очень жирный. Даст ты. Жмакай. Понял. Кажись, сейчас критуля будет. Будет очень больно. Бежать как могу, надо делать. Можешь сейчас на меня прыгнуть.
Я помогаю. Плохо. Ну, 4 их тут. Сорян, братки. 4 тут. Хорош. Успею уйти? Успею. Отлично. МКБ надо. Вот она вся проблема. Фармить с Эйгисом. Ребят, никогда так не делайте. Не будьте такими дурачками. Ну реально, вот такими вот, вот. 1-9-4 забирает Аегис. Всем назло старается все делать, братцы. Это неправильно. Это неправильно. МКБшку надо, братцы. Дайте мне МКБ. Демонэйдж. И МКБшку. Потненько, потненько. Конечно, без гема шансов вообще не будет. С гема вообще шансов не будет. Сейчас МКБ сделаем, артретка будет в шоке. Оу. Отлично, это наш клиент. Хорош. Гоу, гоу, гоу. Тракса помогла, молодчиночка. Молодчик просто. Гоу. Хорошо, бежать. Уф, Аегис. Ой, не Аегис, там кончилось действие. Езмарита. Бро. Боже. Ох, что мартретка, братцы. Вот так бывает. Ох, ломаем пушку. Никто про свет говорит, купить не хочешь. Купи же ты. Можно же, чтоб ты купил. Не, я заберу тут по-любому сторону. Жестко, потненько, да? Против легионов. Но их четверо. Промах. Если бы не промах, убил бы. Но на самом деле, да, он прав, что у них очень мало игроков. Они бы выиграли. Если бы... Но Акс нормально плеет еще. Ускар, конечно. Они втроем играют там, по факту. Да, я согласен. Я согласен. Но Мартретка, конечно, тоже могла... Могла выиграть это, но собирает армлет, нежели другие артефакты более важные. Считаю, что эти артефакты, которые он собрал, они недееспособны. Так, есть МКБ. МКБ. Энча, это пассивка против БКБ. Работает. Пока еще есть гиперстоун. Но проблема в том, что гем я выкинуть не могу. Нельзя гем выкидывать, иначе ГГ. Безвижно мы проиграем. Да, ну Лего 18 на 6 отыгрывает на 7. Молодец. Думает, БКБшку собирать или нет. Блин, конечно. Конечно, БКБ собирать. Смотри, там еще Blade Mail. Он, в принципе, никого не чувствует. БКБ тут. Но мы еще не выиграли. У них две стороны минусом, но они еще способны выиграть нас. Го. Пока вардики стоят, надо подраться. Там варды упадут, будет тяжело ставить. Есть МКБ, кстати. Тем временем Мартретка скажет мне привет.
тем временем. Марита. Марита будет умирать. Просто через импетусы. По-страшному. Крипы по низу. Очень много крипов по низу. Гоу, можно с мида зайти. Вон, фантом наш с Аегисом пофармил, у него все хорошо. О, они там в лесу гангают. Бросили все и гангают, пацаны. Вот здесь будет точка контрольная, где можно их встретить. Так сказать, здравствуйте, мы с компанией Oriflame. Мы хотели бы вам хотели бы вам... Воу-воу-воу-воу-воу, леги. Легион. Оу, я понял. Детекшн есть какой-то, да? Но я тут умер. 100%. Шансов тут нету. Там гем. Мартредки гем, да? Надо было сразу прочекать. Боже, как же плохо, да? Ну, гем забрали. Гем забрали, там гем. Молодец, Тракса забрала гем. Но Мартредку я... Если бы я прочекал, если бы с нами вот этот дуралей был, выиграли бы сейчас драку. Все, решили. Все, гем взяли. Так, тогда держимся на РДД. Додумались гем таки взять. Сделаем все сейчас. 50 секунд. Ресаемся. И погнали. Сентри есть. У нас гем есть. Лучше опсы купи. Пэл, что нафармил? Он... Так, есть рожь, да? Надо мартретку. Сейчас будет драка. Вот сейчас, вот тут надо было драться, когда вот тут вот была мартретка, так сказать, под атакой на кого-то, там кого-то убивали. Надо было в мартретку сразу. Там 5 тычек она умрет. Просто за 5 тычек она умирает. Все, гоу, побежали. Отлично. Варды. 3 варда есть, блин. Вот варды бы как-то поставить. Как-то бы варды поставить. Гоу, поможем Сларку. Сларку надо Аегис, сыр. Там сыр Аегис. Сыр Аег пусть берет. Сыр 25-й, отлично. Сыр Аег там, бро, забирай. Он сыр сразу завязал. Зря, надо было даст выкинуть. Так, ну что, гоу. Я готов. Можем изи забрать. Мартредка, конечно, представляет собой угрозу. Но мы ее законтрим. Рошану забрали. Вон на миду Марита, да? О, минус гем, да? Акс вон он с гемом. Акс с гемом. Акс с гемом. Ага, засали. Душите, братцы. Вот эту сторону. Засали, пацан, там гем. Гем акс. Перебафаем. Не буду сильно подставляться. Моя задача законтрить мартретку. Посмотрим, как в действии это все дело будет. Моя задача законтрить мартретку. Пускар может быть мясом просто тут сейчас. Так сказать, которого... Я не вижу. Все, это подостаточно. Мартретку законтрить. Все, минус мартретка. Как крип просто. Акс, 4 тычки просто. О, легион, приветус. Ребят, помогите! Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас произошло-то? Все, сейчас Легу еще раз убиваем, ГГ.
Иди сюда. Куда побежал? Иди сюда, мой сладенький. 50% замедла. Под колодцем прям тир для легиона. Я убью тебя, лодочник, все равно. Все, ребят, ну вот такая вот у нас первая катка на инче. Дальше пойдем через центральную линию. Такие убили мы легиона бедного. 21 на 9 легион, 500 урона. Очень тяжело, но без команды я бы тут ничего не сделал. Я бы на самом деле сразу это подметил, потому что, несмотря на то, что 1.14 спектра, но она нажимала свой ульт и хотя бы прилетала и помогала. А это верно. Не главное вот эти цифры, а главное понимание, что где-то когда-то можно помочь. Ребят, это самое главное. Ну и, конечно же, не могу не отметить тут Сларка. Сларк молодец тоже. Ну, Сларк это Сларк, такой герой. Не буду хвалить его за то, что он взял такого героя, но Фантом очень-очень плохой. А так, в принципе, все молодцы, хорошо сыграли. Go next. Так, друзья, пойдем сейчас на центральную линию. Так, как в прошлых играх. Центр, центр, прием, прием. Хочется на центр пойти. Очень-очень-очень. Эмбер Спирит сразу берут. Молодцы, молодцы. Так, что можно взять? Слушайте, давайте через Резбенд попробуем, через Аквилу, почему нет? Типа, на реген. И, конечно же, на миду Ксин у нас ничего нам не сделает. Он будет качать фист, это 100%. Что он думает, что это не пофиксили, хотя Д карта уже 329Д. Это очень радует. Очень радует, что карту поменяли. Сегодня вышла новая карта, это радует. Сервер. Crystal Maiden. Crystal Maiden на самом деле проблемой будет. Magic Damage. Ксин тоже Magic Damage. Magic Damage. Но с руки меня не убить. Ждем. Акса берут опять. У меня хп мало для Акса, я просто легкая наживка на самом деле. What is nature's call? For the trees. Is there trouble? А что, они будут брать там еще героев? Are we being invaded? Hi. Is there trouble? Are we being invaded? Бара хочет руну забрать по-любому. Is there trouble? Are we being invaded? Бара побежал. Два героя не взяли еще, почему? Не знаю. Алхимик не взял монетку. Жалко. Жалко. Хай. Оу, первый. Качаем первый. Хотя профитнее, конечно же, третий качнуть. Боже, какая там долгая драка. Я уже не пойду. Ксина на миду выиграю. Ничего не сделает. Привет. Блин, там два игрока не взяли, типа, ну, героя. Жесть. Скелета взяли. Просто убил. Он, наверное, думает, что со мной можно потычковаться. Не тут-то было. Так, РБ, С. Дальше курьера возьмем. Фистовый Ксин. Давай, бей меня. Ударил? Ударил.
Спасибо админам, что пофиксили наконец-таки это дело. Все же мой видос влияет на двигательные все эти процессы. Ризрак очень хороший, кстати, контрпик меня. Очень хороший. Думаешь, ты меня убьешь? У меня еще хил есть. Если что. Стоит просто. Ой, умора. О, регенчик. Хорошо. Хорошо. Чел думает, что может меня потычковать. Не тут-то было. Син. Можно ливать после этих слов, на самом деле. После этих слов можно ливать просто. Да, блин, ты не подойдешь, тут не надо тут фармить, ты тут ничего не пофармишь. Даже просто все, кто стоят на миду с этим героем, это просто, ну... Она может так, на самом деле, себе позволять далеко идти, этот герой. Что жесть просто. Так, ну там, не знаю, транквилы кому-то летят. Думаю, они будут нужнее, чем мне фейзы. Хотя были бы сейчас фейзы, я бы убил бы его еще раз, наверное. Хотя с покупкой, с получением 6-го левела сейчас будет очень изи его убить. Гоус бары подтанчим. А, опасно, слишком мало хп осталось у меня. Ну вот и где мои фейзы? Исчез просто пацан под ташкой. Ну фейзы, надо было все же реюзать, ребят. Все же надо было реюзать Куру. Тогда бара бы не умер. И Ксин бы сразу сдох. Надо было реюзать. Но мидеру курьер нужнее. Всегда это говорил. Мидеру всегда нужнее курьер. Прям всегда-всегда. Даже нужно было реюзать, плевать на эти танквилы. Потому что Бара прибежал, он умер тупо из-за того, что... Ну я бы там тоже умер под тавером. Жесть. Я и так убежал на лоу хп, тавер не... Ну, тавру плевать на первый спел. Просто. Иллюжн. Парень на Ксине бедненький, конечно. Рассчитывал, что сейчас зайдет на изи каточку, а тут... Не тут-то было. Че похилиться бы. Так, не надо крипов хилить, себя хиль. Крипочек просто. Ты крип. Крип, крипочек. Надо на базу бы сходить. Сейчас купим point booster. И пойдем на базу сходим. Вот тут сейчас point booster возьмем. Point booster. Стичочки может взять. Как думаете? Стичочки, ТПшечку и go. Аксевич там стоит. Аксевич! Лесник. Да, помните, как в этом видосе? Темка уходит, Темка убежала. Акса убили, да? Это хорошо. Это хорошо. Аксевич. 200 ман. Ну, вот сюда, наверное. Ну, обманщик. На ЦМ. Молодец, Пуш. Воспользовался услугами. Пойду Кси навстречу.
Син без сапогов, блин, еще боже, он там с фистами, ну позорище. Позорище. Просто позорище на Ксине. Просто позорище на Ксине. Я тут живу. Можно на развороте даже сработать. Хорошо. Не, ну еще тычку я не дам. Хотя... Да. Но я умер. И левает. Левандрия просто. Флэш Б. 26. 90. 59. 90. 59. 0. Да? Бан сразу. Такие левы баны даем. Оп, молодец. Пуч. Вот так вот. Вот так вот. Гоу, вардик себе поставим. Хорошечку, гоу юз. Крипа случайно ударил. Боже, какой же он быстрый. Только все кидает этот второй. Вот там, казалось бы, там такие мизерные проценты, но... Как быстро побежал. Бегу. Бегу, бегу. Оу, хейст. Но я не буду стилить у него. Не хочу. Некрасиво будет. Можно замедление теперь пораскачивать, потому что нам не хватает только замедления теперь. Все парни убегают. Например, Акс. Какие-то изи-катки на самом деле. О, Ксинчик. Боже, стой. Что, думаешь на этот раз обмануть? А у меня опс стоит тут. Не обманешь уже. О, оранжевенький акс. Оп, хорошо. Го задушим. Такие хп там остались. Да, если Enchantress вот так вот дают, типа, играть, это очень страшно, ребят. Очень страшно. Замедление раскачиваем. Первый нам уже не нужен, нас не будут тычковать уже. Стадию лайнинга мы, так сказать, уже отошли от стадии лайнинга. И душим. Ризрак пришел. Интересно, что он тут сейчас будет делать. Он на чакраме может улететь и получить очень много дэмэджа. С импетуса. Ксин пришел. Вот так вот, да. Да-да. Молодец. Да. Понимающая игра. Прям изи-изи. Тамир-тамир. Сейчас аганим уже будет. Забираем этого крипа гоу на базу за аганимом. Изи, изи, Тамир, Тамир. Ксин, наверное, расстроился, что не работает баг. Фишка. Вот, соберем вот тут. Давай, не буду бить слишком долго. Мне нужно было просто нафармить ТП-шку и все. Отлично, идем на другую линию. Боже, у нас еще алхимик там сакры только купил. 11-я минута, да? Печально. Алхимика я перефармил. Ну, такой фит конторы-то, ёпт.
Такой-то фит конторы. Алло, здравствуйте, мне, пожалуйста, Ксина на мид, который думает, что у него фишканные эти фисты. Да, конечно, мы принимаем ваш заказ. Ожидайте. Ксин скоро будет. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго. Просто опасный Леорик. Так, все, есть Эгони. Сейчас как кину ему. Да еще раз кину. Все, ГГ. Жесть. Жесть просто. Как она есть, жесть, как она есть. Хочется Ризрака закинуть. Ризрака закинуть хочется вторым ультимейтом. Можно арчит, да, сделать, типа, ну, через арчит тоже прикольно будет. Вы арчит закидываете и душите. Кто там нанизу? Ризрак. Гоу к Ризраку пробежимся. И трал крип убили. Акса, прикидайте, он транквил еще выкладывал. О, нанизу драка. Син прыгнул. Гоу поможем. Гоу поможем. Ризрачок без сапожка. Не, ну типа... Ох, Ксин там обманщик, ля. Ксин обманщик. Ку-ку. Деревья все срубил за собой. Парень. Думает, прокатило. Думает, прокатило. Че, подхилить, пацана? Почему бы нет, да? Бара, не хочешь похилиться? А, виспики. Работают. Все, поработали. Устали. Поработали. Не знаю, почему они не сдались еще, типа тут уже как бы, ну и так понятно все. Молнию сейчас буду делать. Вообще, блин, ребята, что есть? Может или серьезный билд какой-нибудь сделать? Потому что вроде гайд. Ну, блин, первая катка тоже серьезная была на самом деле. Потому что там мартретка была. Мы с помощью макропонимания игры мартретку перекрывали сильвером и МКБшкой. Это тоже нормальный билд, я считаю. Это не керри билд. Это нормальный рабочий билд, который в той катке именно был необходим для того, чтобы победить. Поэтому в этой катке, в принципе, тут можно и пофаниться, я думаю. Поэтому почему бы тут не собрать какую-нибудь молнию там. Дезоли я не буду собирать, не вижу смысла. Лучше сатаник тогда какой-нибудь искать, реально. Дезоль. Не очень. Вообще, зачем я ее бью, эту карту? Все, можно слушать. Опа, там Ксин. Ксин побежал. Что-нибудь на МС, да? Такое пушечное бы. Или гиперстоуны. Знаешь, что лучше делать? 4 гиперстоуна, да, типа? Накидывать. Четыре гиперстоуна. Кидаете. Кто-то сюда шел. Где он? Нету. А, он на топе. А там ремнант, по-моему, оставил. Где-то. Где-то тут ремнант, по-моему. Фига бару там убивает. Задрот на Ксине. Я же говорил. 3 тычки. Все, можно делать гайд на Ксина. Гайд на Ксина. Go fast finish. Будем next card писать. Это не игра. Так неинтересно. Is there trouble?
С Аквилой, кстати, попроще, мана регенчик есть. 3 маны в секунду. Тоже пока АФК фармишь что-то. Неплохо. Эйжи. Господи. Не надо это, пожалуйста. Не надо чихать на стримах. На записях. Чё там Леорик? Blade Game собирается. Ну, гол молнию делаем, пацаны, короче. Ладно, если там ФК не будет, молнию сделаем. Но скучная игра. Просто всех убиваешь, кого хочешь. Вообще. Сейчас на низ пойдем. Кура долетает. Гул на низ ТП-шку. Давай, курочка, резче, в темпе. Не долетел. Ладничка. Ладничка. Акс ФГ. Ля. Ух, пуджа душат-то. Интересно, полетел за ним? Или он закайчен? Скорее всего, в неуязвимость. Закайчен был. Сейчас так, туф, фраг, да, пришел. На ремнатах летает парень. Я тоже хочу захилиться. Ребятки. Блин, проблема, кстати, с импетусами будет такая, что... К сожалению, будут перебиваться, скорее всего. О, хороший хук. Да. А, нет, не перебивается вообще. Это радует. Это радует. Да, не перебивается. Это классно. Ой-ой-ой, надо убегать. А, у него 8-й левел, бро. Поможите. Бро, ну ты меня не убьешь, только мэджик дэмэджем душить. Ой, ну так я, конечно же, сгорю на работе. Уджик мог помочь, не помог. Я ему помог, но он мне не помог. Ну ладно, ничего страшного. Акс агрит. Страшно. Го, ВФФ, парни. Чалька, конечно. Не хотят сдаваться, но молодцы. Но у них такой лейт потенциал, типа. Есть. Но сдаваться они не хотят, это радует. Я думал, если честно, что молния, когда... Знаете, как работает? Но это работает так на орб-эффектах. А тут не орб-эффект. И получается, что летит молния, и во время этой молнии, короче, и импетус еще летит. А когда у тебя... Есть орб-эффект, и ты собираешь молнию. Если, допустим, это, допустим, будет Тракса. Тракса кидает ару свои ледяные, и вот летит эффект молнии, что молния, и во время этого, этой молнии нету, так сказать, замедления Траксы. Понимаете, о чем я хочу сказать? То есть, это круто, что у нее стрелы, это вообще, это ничто, то есть, это не орб-эффект, ничего, то есть, все, все абсолютно будет работать. Это круто. Это круто. Маны немного мне не хватило в драке, да, ребят? Немного не хватило. Уже закайтил. Блин, как же он ремнантом своим кайтит, да, эти импетусы. Ужас. Арчит бы сделать, да? Го арчит купим. Почему нет? Го арчит. Аюшта. И за нем. И ты меня не убьешь никогда в жизни.
Давай я даже отойду подальше, чтоб ты меня смог убить. Чтоб ты меня смог убить, бро, даже подальше отойду. Боже, три молнии, три крипа заруиненных. Хорошо, что там мне? Квартеста. Квартестав. Отлично. Кошелек или жизнь? О, пиротон. Боже, Ризрак как крипа просто. Это я уже вижу комментарии на ютубе под этим видео. Ты что, коллапса там выиграл? Боже, ну кайтит, да? Просто извращенец. Дай замедлю. Хорош. А хватит кайтить. Ой, как же больно. Не надо. Если есть арчит, ребят, надо арчит забирать на базе. Хорошо. Ты что, там коллапсом выиграл, да? Классика жанра, так сказать. Когда они могут отличить фейк от мейна. Так, ну взяли арчит. Арчидович. Ксина по-другому не законтрить. Будет с трех тычек умирать. Много хил маны берет, но тем не менее, очень жесткая тема. Боже, как же хилит меня. Уф, кайфую. Гоу сюда. Все, отлично, есть у нас арчит. Рачит. Неплохие артефакты у нас. Еще сейчас гиперстоун докупим. Продадим стик. Вот этих пацанов нельзя приручить, это жалко. Конечно. Ну и на них, соответственно, не работает никакая магия. Леорика там убивает. О, там сейчас будут убивать до пацана нашего. Пойдем поможем Леорика убить. Пацаны справились. Опаснил просто. Просто опаснил там. Так, там вон он, наша цель. Вон она. Она думает, что он неуязвимый. О, подарок. Не забывайте, ребят, что подарки нужно собирать. Подарки это халявная экспа. Ой, экспа, золото. Хотел, так хотел экспа сказать, что не удержался. Так, ну где наш любимый ксинчик? Любименький, солнышко. Ты где? Сейчас мы тебе покажем, как нужно в доту играть. Оп. Оп. И ты. Ну, вот так бывает в жизни. Да. Дай мне РМПшку. Молодец. Молодец. Ну, вот так и бывает. Не, еще не буду делать. Синчик, бро. Оп. Ля. Боже, как же долбит. Ну,
Просто рейндж дамагер, ребят. Пит контора. Да не промахивайся ты. Душем под колодцем называется. О, подох. Боже, ну это жестко, братцы, я не знаю. Такое, такая катка. Ну, наверное, эту катку оставим. В общем, я думаю, надеюсь, вам более чем понятен геймплей. Заходите под колодец, просто накидывайте свои спир. Да, стрелы. Ребят, ну, в общем, вот такой вот гайд. По мидлейну, я думаю, все было понятно. В лесу, если что, дополню, так сказать, гайд. С леса можно как работать. Берете какого-то полезного крипа, выходите на лайн, просто простанете. Я вставлю в конце. А, нет, не вставлю. Или вставлю. Покажу пример. Да, в конце сейчас вставлю. Сейчас точно скажу, вставлю или нет. Да, вставлю в конце. Покажу, как можно делать ганг. И, в принципе, это все. На этом гайд окончен. Спасибо всем, друзья, кто посмотрел этот гайд. Так сказать, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто ждет свой особенный гайд. И все, в принципе, все. Всем удачи. Всем до скорого. Блин, убить бы его, но не под тавером. Жесть, под тавером мы его не убьем. Гоу. Я его замедлил. Хорош. Отлично. Мидеру подсобили немножко, ребят. Оле. Сейчас настреляю пацану, смотрите. И сюда. Плиз. Дай настреляю. Не дали настрелять.